Шумахер. Он же вообще под 2 метра ростом. Я могу еще назад отодвинуться. Причем вот я сейчас покажу сзади. Вот смотрите, ребята. Вот он назад отодвинулся, да? Вот задний сидит. Задним сидуха. Еще. Но Прокопий тут умещается, много. Ему нормально. Но здесь место, видите, сколько еще. Тут реально можно, в принципе, неплохо. Как говорится, оборудоваться и даже такие длительные путешествия совершать, все будет на изи. То есть вот первое впечатление о салоне, парни, что салон, как ни странно, просторный. Причем 408-м последовал в Москве 412-й. Всем уже знаком облик Запорожца 966-го. Так? Появилось несколько опытных образцов современных автобусов. Бла-бла-бла. Не за горами массовое производство Волги ГАЗ-24. Да, братишка. Все это естественно. Притворяется в жизнь пятилетний план, в котором достойное место отведено автомобилестроению. Напомню одну цифру. В 70-м году выпуск только легковых машин в соответствии с директивами 23-го съезда КПСС, достигнет 600 тысяч. И, как известно, в качестве базовой модели Волжского автозавода принят автомобиль Fiat 124. Так? Вот, машина модернизирована, повышена мощность двигателя, усилен кузов, увеличен дорожный просвет. И об этой машине подробно расскажет главный конструктор Волжского завода. Пройдет несколько лет, и он станет самым массовым автомобилем в нашей стране. Так и получилось, Пашок? По-моему, нет. Ладно, давай по поводу салона, значит. Итак, ребята, панель, она покрыта таким, ну, мохом. Типа пластика, да? Но он уже, видите, немножко проминается, он такой мягенький. Ну, вообще такой не изначально должен быть. Я и говорю, то, что здесь уже все-таки фишечка. Если взять Москве 408, то там все-таки металл. Там металл. А здесь уже пластик, да. И вот у нас автомобиль 21011. Вот здесь вот, видите, уже такая вот под дерево вставка, деревянная пленка самоклеящаяся. На копейке этого не было, на копейке была такая гофрирно-металлическая вставка. Ну что у нас тут имеется? Панель контрольно-измерительных приборов, да, такая комбинация. Уже тогда мотор можно было заливать тосол, вот, но написано в инструкции, что при необходимости, если надо, мы заливать его, да, без проблем. То есть двигатель выдержит. Вот. Ну те же самые сигнальные лампы, все тут они у нас показаны. Вот самые основные, это главные лампы. То есть это двигатель у нас, да, давление масла. Здесь у нас заряд генератора, это ручной тормоз. Они до сих пор работают, ребята. Бардачок, кстати, покажи, там бардачок у нас работает. Бардачок. Светится, да? Вот, смотрите, ребят, лампа бардачка до сих пор светится. Сколько времени прошло? Она работает. А работает прикуриватель, парни. Вот, на свете, да, сейчас лампа горит. О, ручник, кстати. Подожди. Мигает. Сейчас. Где мигает? А, да, вот видите, мы взяли ручник. Сейчас пока. И смотрите, мигает у нас ручник. До сих пор эта опция сохранилась. Ну, о, заработала. Видите? Красиво. Пожалуйста, да. Тихо, не обожгись, колхозник. Работает до сих пор печка. Мы это уже показывали, но еще раз покажем. Причем, если для среднего положения, то оно... Паш, вот не надо так делать. Ты должен в среднем положении выдерживать всегда. Пепельница тут три. Одна вот здесь. Вот там, смотри, еще штучка от нас. Это я подсчет правильно сделал. Пепельница здесь, плюс пепельница хромированная с этой двери и с той двери. Есть такая же пепельница.
то есть, в принципе, тоже так все на стиле. Форточки. Ну, вот эта форточка, у меня тут, напомню, ручка, поэтому тут пришлось вот так заделать. Но это рабочая. Паш, покажи, как она фиксируется. То есть, видите, есть такая кнопка. Оп, видите, кнопочка. Открываем, нажимаем кнопку. Пожалуйста, дверь открывается. То есть, от стекла. То есть, такое тоже на стиле сделано. Вот, смотрите, потолок. Вот отсюда покажу. Потолок нигде не прокуренный, даже нигде не рваный. Практически. Удивительно вообще. Да-да-да. То есть потолок вообще в хорошем состоянии. В принципе, машину даже не надо перетягивать. Но мы и так бы не стали, конечно, делать, да? Мы с тобой не сказочно богаты. Но тем не менее, это радует. Вот эти штучки. Сейчас выключу. Светоотражающие солнцезащитные козырьки. То есть тоже работают. Причем уже в Торе, видишь, можно было их так вот вынуть. Смотри, большой, да? А, вот так вот. И вот они так поворачивались. То есть сбоку от солнца, пожалуйста, можно было закрывать всю эту дичь. Оригинально. Ну и со стороны помощника машиниста такая же тема. Что еще по салону можно сказать? Сейчас мы выйдем наружу и отдельно заценим сидухи. Это просил Игорь Кот. Игорь Кот, привет тебе. Вот наконец-то мы обозреваем диваны. Паш, ты вот убери пока заднее сиденье все. Я про сидуху скажу. То есть сиденья, они очень маленькие. По большому счету, по нынешним временам, они неудобные. Тут нет никаких ни подголовников. Но если мы говорим о боковой поддержке, да, то, конечно, тут ничего нету. Это не боковая поддержка, ребята. Но зато вот этот дерматин, которым оно обшито, оно еще, походу, оригинальный. Да, пошел, как я понимаю. И смотрите, он сохранился в первозданном виде практически. Ну, чуть-чуть зашарканный немножко, да? Но в целом, парни, за 40 лет, посмотрите, даже нигде рванки нет никакой. Здесь вот эта вся прострочка, да? Она нигде даже не надорвана. Ну, двигай ее. Сложи ее. Нет, разложи. Блин, колхозник. Ну, давай. То есть, видите, легким движением руки до конца можно клонить, превращается все это дело в спальное место. Что касается заднего дивана. Складываю, Пашок. Задний диван, вот чем отличается классики, вот мне это всегда нравилось. Хотя некоторые говорят, это неудобно в дальних дорогах. Ребята, он очень мягкий. Вот такой толстенный, там пружины стоят, да, Пашок? Там и пружины. Тут убрать тоже все. И вот смотрите, насколько здесь, ой, блин, мягко. Просто, вот знаешь, какой-то настолько мягкий задний диван. И тоже весь дерматин, посмотрите, он нигде не прожженный, не пошорканный. Вот только здесь немножко грязюк, но это можно вычистить легко. Минусом, я считаю, Паш, является то, что здесь вот нет никаких карманов заднего сиденья, да? Можно было бы что-то предусмотреть, хотя бы там обшить, там еще дополнительное. Для того, чтобы сюда хотя бы какую-то мелочевку класть. Но в остальном вообще круто. То есть вот оно место. За счет того, что машина, в принципе, пустая, ничего тут мне нету, да? Она, кажется, тоже просторная очень. Ремни безопасности вот такие старомодные. При открывании двери еще это горит? Да, открываются у нас двери, это загорается, они тоже работают, обе штучки. Но видите, норма. Это, как я понимаю, прибалтийская фирма такая была, выпускала как раз ремни безопасности. И они просто вот так вот, видите, вставляются. То есть тут нет никаких ни преднатяжителей, ничего. Ну, ремешочек вот такой. Да, и, Паш, покажи вот эту вот зажималку для ремней. Вот такая старомодная конструкция, парни. Я-то ее увидел впервые именно здесь. Вот мы ремень вставили. Видите? Теперь открываем вот так просто. Оригинально. Дешево и сердито. Вот смотрите. Вот, да, видите, там такая круглая штука. Сейчас он с той стороны нажмет. Кто еще не видел, вы видите, как приводится в действие стеклоомывайки. Все привык, купо. Боком, аккуратненько. Это тебе не крас. Поехали. Ой, это. Привыкли, что все автоматически. Да, вот так вот сделал. Водичку побрызгало. А тут. И смотри, что получается. Видали? Гуделка работает. Гуделка работает это. И, кстати, хорошая гуделочка. У меня на Volkswagen тише гудит она. А вон, смотри, тут паучки живут, Пашок. Что? Паучки. Вот, ребят, видно во мне там паутина. Йоу. А, смотри, муха. Ёлки. Она живая, нет? У нас старшая эта машина. Точно. Давай мы ее выпустим. Она живет и улетит. Ладно, let's go наружу, пацаны. Сейчас мы снаружи покажем агрегат этот. А сейчас, ребята, мы покажем дичь о том, как можно завести автомобиль классического семейства без участия ключа и стартера. Вот наш оператор покрытый мохом, он все знает, все умеет. И вот кривой стартер. Ну-ка, вытащи его хотя бы, Пашок. Вот такая штука, кто не в курсе. И вот эту штуку вставляешь вон туда, чтобы вращать коленчатый вал вручную.
То есть, иначе говоря, без участия стартера. Таким вот образом. Ну давай, пошок. Но... Пожалуйста, ребята, она завелась. Ну а сейчас давайте запилим небольшой тест-драйвчик, как она едет. Паш, я первый, потом ты. Удобно ли тебе прокопий? Говорит, удобно. Ну что, поехали, ребята. Ой, блин. Тепловоз, что глупый. То есть, что касается вождения токнобили. Начнем с руля, пожалуй, да? Я уже говорил, что руль здесь вот оригинальный, узенький был изначально. И на копейках, да, именно на 2101, здесь была еще спица вот такая. Покажи эту спицу, Паша, да? Вот такая спица шла. И когда ты нажимал на сигнал, клаксон, можно было делать, не отрывая рук от руля в любой точке, да? Здесь также прижималась эта штука. Вот. Сейчас приходится, соответственно, вот так на центр нажимать, это минус. Но плюсом является, видимо, факт то, что у нас уже меньше закрываются приборы, поскольку спицы уже нету, да, приборы не закрываются. Вообще, вот, если, допустим, брать руль, например, на тех же семерках «Жигулях», он более толстый, да, он такой уже мягкий немножко. О, блин, как тут гнусно. Тут такие ямы пошел, если бы ты знал. Вот, вот так объедем, ой, блин, дяденька, погоди, мы проедем. Вот, так вот, на таких вот на семерках руль потолще, он, конечно, поудобнее, и он мягче, его в руках держать удобнее. Вот, но я все равно не буду его менять, я ставлю этот руль, потому что это сток. По поводу приемистости автомобиля и тяги. В принципе, у нее, куда нафиг, 5600 оборотов, номинальная частота вращения, да, скажем так, расчетная, когда он предлагается, блин, реализует максимальную мощность свою, да, 5600 оборотов, то есть, в принципе, считается такой быстроходный двигатель, да, Пашок? Ну да. Ёлки-моталки. Но здесь нам пока разогнаться большой нет возможности, но сейчас подальше разгонимся. А так, в принципе, она даже на низах очень хорошо тянет. В этом плане тоже не плюс. На низах у этих двигателей тянущий момент довольно-таки большой. Она это поэтому... все есть у нее. Хорошо, да. Тормоза. Считалось во все времена, когда они только пошли, эти тормоза считались очень топовыми. И нередки были случаи, когда въезжали просто в зад, там другие автомобили, москвичи, там, да, и так далее, запорожцы. Причем въезжали, спрашивали, когда, допустим, те же представители там ГАИ, как это у вас получилось. Не думали, что она сможет так быстро становиться. Был один ответ, я читал в журнале «За рулем старых». То есть, исходя из того, что тогда тормозной путь у автомобиля был больше, да, уже были, ну, пускай там впереди дисковые тормоза, сзади барабанные. Но тормозили они очень хорошо по тем временам. Когда, кстати, въезжаешь на ней в лужу, загорается лампа генератора. Давай. Тапку в пол, вперед показывай, Пашок. У меня тапку в пол. Ты же мне таралось ничего там внизу-то. Не таралось. Думаешь? 70. А, блин. Все, я торможу, Пашок. Ай, мне страшно. Нормально, прилетели. Ну, как видите, да, вот для города, в принципе, да, не так уж и плохо. Если ехать по городу, в такому большом транспортном потоке, в принципе, она не будет из него особо выделяться. Потому что нормальным автомобилям динамичным негде реализовывать свою мощность и все. О, Ваня, покажи. Смотрите, ребят, нежданно-негадно встретили друга, она еще одна. Да, все, заедем. Это помощник машиниста. Брат, за сотку закинешь, а? Ты как раз вовремя. Что надо? Подержи. Мне денежку-то отдал бы, блядь. Вот, без денег. Вот. Отец, я тебе на бродягу. Вот, блин. Вот. А! Блядь. Да, отъеду. Да, отъеду. Отъеду, блядь. Я, наверное, как... Тут, блин, засада какая-то, дичь. Ну я не знаю, он здесь всякий, тут он купает этих секторов. Чё ты сигналишь, йоу, нигер? Йоу. А мы куда поехали? Да мы так, надо нам тут съездить. Снимать? Точка на трассе есть. А, метка? А, блин. Он вправду крут, этот парень. Ну а как же, ёлки? Раритет, это не то, что ваш, блин, душманская тачка. Ладно, этому раритету больше лет, чем этому, блядь. У нас 78-го года.
Да ты чё? Да. А вас сколько? Что больше? Тут я как-то похоже. Не, на 15. Ну вот. Она почти моя ровесница. Вот купили с Пашком. Ремонтируем. Нормальная машина, ёпта. Так вообще не гнилая, по кузову вообще. Все работает, даже подсветка бардачка это работает. Так, ребят, дичь нарастает. Вот одни парни уехали, приехали другие парни. Это Мария, машинист электровоза. Я к тому, что всех привлекает вот эта наша, понимаешь ли, бродяга. Маркус, скажи что-нибудь. Вот это бродяга? Вот бродяга. Либо под пресс, либо на восстановление. Что сказал? Маркус! А! Стой! А тебе что, в поездку? Да. Я с тобой. А дашь погудеть? А, я умею гудеть-то, ты не подумай. Ну, блин. Там такая веревочка, по-моему, дергаешь, да? Да, паровоз, да. И она гудит. Паровоз. Ладно, ребята, шутки в сторону. Давайте, ребят, сейчас на подвижку запилим дичь. А ты думал? На кривом стартере. Вот мы ее сейчас заводили. Вот тут у нас тут такая дичь. Где? Такая, что не включая? Включая неинтересно. Ты не зашел с мешочек? Вот, мешочек вообще такой четкий. Давайте с мешочкой начнем. Вот, Пашок, покажи людям мешочек. Мешочек? Да. В общем, парни, вы уже видели, да, Пашок там ногой там нажимал на кнопочку, да, на специальную гашетку. И вот этот мешочек, он, видите, просто отстегивается, да, сюда заливается просто либо вода, либо что угодно, это для омывайки. То есть, ну, проще вообще не придумаешь. И в отличие от того же Volkswagen, где там хрен до него доберешься, там снизу, да, у меня был случай, там это, резиночка там это вылетела немножко, и хрен подлезешь. Здесь, ну, вот, элементарщина, просто вообще ни о чем. Но в остальном все до боли знакомо, да, либо вот пошли охлаждайка, тормозуха, там бачок со сцеплением. Вон мы поставили новый регулятор напряжения уже здесь. Старый стоял. Пашок, а что за релюха, кстати? Это контрольные лампочки. А, ух ты. Вот аккум здесь стоит, воздушный фильтр опять-таки. Мы, кстати, его не смотрели. Ты смотрел, Пашок, да? Смотрел. Ее надо поменять будет. Да. Поменяем. Ну и самой двигатель. Вот этот мотор уже 1.3, мощностью 63 лошадиных сил, 4 цилиндра, как вы понимаете, да? Здесь цепь, еще цепь, двухрядная цепь, цепь с успокоителем, натяжителем, все остальное. Ремень тут на пятерках стоит. Да, ремень уже пошел на пятерках. Даже на семерках инжекторных, тут цепь стояла. Фига себе. И обратите внимание, еще интересная деталь. Вот видите, идет у нас, да, топливного насоса. Вот пошла трубочка. Понимаешь, трубопровод на карбюратор, вот эта вот дичь, это обратный клапан. То есть для того, чтобы обратно у нас наше топливо не утекало. Ребят, удачи вам. Буэнос диас, амиго. Это локомотивная бригада. В составе машиниста и помощника. Вентилятор, он там тоже ремешечком приводится в действие. Что тут еще у нас? Да? А, кстати, да, вот смотрите, зубчатые штучки. Но у нее фишка такая, она вообще не то, что не перегревается, она даже не догревается, да, Пашок? Да, градус 60-70. Нагревается и все. И все. С чем это связано? Есть предположение, что может быть там термостат не там, да, закис. И идет уже у нас по большому кругу, да? Ну да. Вся эта охлаждающая жидкость. Может быть так, ребят, не знаю. Или вентилятор хорошо дует. Или вентилятор хорошо дует. Постоянно. Вот поменяли уже здесь, вот видите, да, замок капота. Старый к машине работал. Вот такие же клерчики. То есть, видите, же клерчик он так вот легко, можно ее вынуть. Можно вот так вот двигать куда тебе угодно. И он будет направлять струю охлаждая этой омывайки куда угодно, тоже на стекло. Это, конечно, топ. Еще везде хром сохранился на дворниках. Что тут еще, Пашок, ты можешь добавить от себя? Какие тут фишки на ней есть? Контактное зажигание. Контактное зажигание, кстати. Заводится, да, вообще с пупинка. Да, и вот с той стороны, Паш, покажи там это опережение зажигания, как тут регулируется еще. Оп. По-старомодному. Вот трамблер. Еще контактное зажигание вот здесь. Видно. Там просто крутилочка вот, такая. Вот это конденсатор. Вот это. И вот это вот самое интересное. Опережение зажигания. То есть здесь нет механического, ну автоматического опережения зажигания. То есть при увеличении оборотов опережение должно увеличиваться. А здесь ничего, здесь только в определенный момент. И вот ты сам выставляешь опережение. Но это плюс или минус? Это минус. А почему? А потому что чем больше обороты, тем больше должно быть опережение, мощность увеличивается. И топливо сгорает лучше. И топливо догорает полностью, а тут оно не сгорает. Кстати, он еще покажи двойной клаксон у нас тут стоит. Да, двойной клаксон. Это тоже такая фишка дешманская. Ну и что, вот все эти, видите, понимаешь, элементы, да, там крепления и прочее, тут ржавчины мы не видим.
Ребята, ржавчины нету, все, металл крепкий. Это связано с тем, парни, что вот до 80-х годов начала шел металл для «Жигулей», первой плавки так называемой. И, видимо, там технология была совершенно другая, и качество металла, да, состав всех там элементов, которые не уходили, были тоже другие, более качественные. Поэтому машины гнили гораздо меньше. Самые нехорошие были машины уже 90-х годов, они гнили просто на изи, особенно конца. Да, ну, про «Волгу» я уже не говорю. Как сказал один умный человек, да, пока я произнес слово «Волга», одна «Волга» где-то уже сгнила. Ладно, по мотору, пожалуй, все. Давайте переходим к багажнику. По багажнику, ребята, мы, как вы помните, в предыдущем ролике весь хлам из него выгребли. И вот что у нас получилось. Объем багажника, что-то навскидку, ну, литров, может быть, 400, да, Пашок, будет, я думаю. Плюс-минус. Плюс-минус. Вот эта сумка. Я видел ее в других обзорах у людей. Это, видимо, оригинальная сумка для инструмента, которая поставлялась вместе с автомобилем. То есть этой сумке тоже около 40 лет. И, как видите, она у нас в хорошем состоянии. И еще раз хочу обратить внимание, парни, смотрите, гнили-то нет, металл целый. Вот эту штуку мы сейчас поднимем. Смотрите, тоже ничего не гнилое. Только вот пропылесосить надо будет. В остальном, на удивление, все хорошо сохранилось. Вот у нас этот бак топливный с этой стороны. Пустой. Вон, да, ну пустой, извини. Вон здесь, видите, стаканы. Тоже, видите, в очень хорошем состоянии, да, где у нас эти пружины вставляются. Вот там элементы проводки какие-то всевозможные тут, неведомые нам. И здесь вся вот эта корма, ребята, она целая. И вот еще хочу сказать отдельный плюс. Настолько культурно сделаны вот эти вот кронштейны, да, багажника. Угу. Если брать вот многие другие автомобили, даже вот Рено Логан, да, они же там массивные, они огромные, да, они скрадывают полезный объем. Здесь вот парни молодцы догадались, во-первых, их убрали сюда, в самый край, видите, да, они практически никак не мешают там погрузочной всей этой дичи. В этом плане удобно. Закрылся? Да. Офигеть. Просто офигенно. Вот еще, видите, оригинальные сохранились у нас эти все на корме фонари заднего хода. Сделано вон в СССР, если вам видно, ребята. Конечно, пластмасса вон уже от времени, да, трескается даже так вот, просто сам по себе. Ну, это от воздействия солнца и просто от старости. Но весь хром вот в этих местах, он сохранился. Что мне нравится, вот эти таблички даже практически никак не выцвели, да? Mm-hmm. То есть, как она оригинально была, 1.3. Ну-ка, Пашок. Вон тоже подсветка номерного знака Made in USSR. И вот уже на 11 семействе 21.011 появилась вот такая вот дичь. Стой, стой. Фонарь заднего хода. Стой. Ты хочешь включить его? Да. Ну давай. На копейках его кто не в курсе не было. То есть он именно с 11 семейства появился. Вообще вот эти машины стали выпускаться с 1974 года. То есть, если копейка серийный выпуск пошел с 1970 года, с апреля, да, вот, в 70, значит, получается, первым или вторым двойка пошла, да, в 73-м ВАЗ-2103, то вот уже в 74-м году пошли вот такие машинки. И, ребят, фишка заключается в том, что они стоили значительно дороже по отношению к тем же копейкам. Вот я тут даже табличку написал для себя. То есть вот 70-е годы ВАЗ-2101 стоил 5500 рублей, а 21011, такая как у нас, стоила уже 6000 рублей, на 500 рублей дороже. А для сравнения, Пашок, средняя зарплата в то время была 100-120 рублей. У кого-то даже еще меньше. Вот. Опять-таки тройка, когда уже появилась тройка, да, считалось люкс такой, она уже стоила 7000 рублей. Вот. Если брать, например, Жужик, Запорожье 968, он 3,5 рубля стоил. Вот. Москвичи, те же 400, допустим, 12, он стоил 7,5 тысяч рублей. 7,5. Ну, они не продавались, на сегодня не купишь просто-напросто. Была иномарка у Высоцкого, Мерседес. Вот. Но это был, извини меня, человек-то немножко другого полета. Вот. Ну и Волги 24, если тоже для сравнения сказать стоимость, 9200 рублей и выше. Вот. Потом уже 80-е годы, я помню, там 10600 они что-то около этого стоили. То есть, в принципе, простому человеку они были совершенно недоступны, конечно же. Ну и даже если ты накопил такую сумму, то «Волгу» ты не купишь, поскольку тебе просто не продавали. Считалось, что «Волги» уже для выше номенклатуры, да. Ну не выше ездили на чайках, на всем остальном. Вот. А вот мы могли, допустим, там простые люди ездить на «Жигулях», на «Запорожцах», на «Москвичах». Но опять, ребят, если у тебя есть определенная сумма, те же 7 тысяч рублей, например, да, или там 5,5 пускай для копейки, ты не мог просто пойти в магазин, или как бы сейчас сказали, в автосалон, да, и сказать, у тебя хочу эту машину, пожалуйста, продайте мне ее. Записывались в очередь, да, очередь там составляла до нескольких лет даже.
Вот, и после этого приходила такая как бы карточка почтовая. Давай закроем капот-то. Приходила почтовая карточка, и вот тогда только можно было уже с этой суммы приходить в магазин и брать машину. Давайте по подвеске еще пару слов тогда скажем, раз уж мы об этом заговорили. Вот, ну, в принципе, опять-таки, я думаю, всем это известно, да, шары опоры впереди, вот, сверху, снизу. Опорки, в принципе, кстати, до сих пор они стоят очень недорого. Например, самая дешманская опора, да, верхняя, ой, или нижняя, 270 рублей, что ли, да? 270 рублей, ну, грубо, до 300 рублей. То есть, в принципе, ну, не сказать, что дорого. Ну, а сзади имеется балка у нас. Да, балка, тяга Панара там. Реактивные всякие тяги. Вот, ну и по тормозам, видите, сзади барабаны. Хотя изначально пошел, когда вот эти фиаты к нам приходили на испытания в 60-е годы еще, да, у них сзади уже были дисковые тормоза. Да. А вот спрашивается, почему вместо диска стали барабаны у нас ставить? Почему? Ну, потому что они засоряются грязью больше, в этом плане менее эффективны. Ну, бля. Крути, Гаврила. Пожалуйста. Легким движением руки. И сейчас Павел Александрович покажет мастер-класс. По дешману. Ну, Пашок, вот как тебе ощущения? Ты же на разных машинах ездил. Да. Вот, на чем не только не ездил. На чем только не ездил, на самом деле. Вот не знаю. Мне удобнее в машине, где мало комфорта. Не знаю, вот здесь вот. Здесь комфорта нет никакого здесь практически. Комфорт есть на самом деле. А какой это комфорт? Сидушки мягкие. А, ну в этом плане да. Вот, и просто мне даже вот рулить удобно. Серьезно? Да. То есть даже учитывая то, что как, говорить там про бур, которого тут нет, значит, вот, плывем. Плывем, ребят, плывем. Опять лампа загорелась, вода попала. Да, вот видите, попадает вода на генератор, он загорается. Но сейчас погасит. Сейчас. Каждая машина живет своей жизнью старая, поэтому мы тоже к ней немножко приноровились. То есть тебе удобнее, когда такой комфорт минимальный? Да, здесь широко, мне широко. Кстати, да. То, что, смотрите, ноги длинные, и вот он нахрен ей не упирается. Не знаю, вот здесь ни автоматики, ничего. В общем, машина простая. Вот даже она если... простая, пустая, три да? прибора всего. Да, грубо две, ну три сигнальные лампы остальные. Даже если все. Что-то сломается, сам в дороге сможешь сделать. Не выходя из машины на ходу. Вот именно, что даже не выходя из машины. Это да. Мне это плюс. Кстати, по поводу отопителя. Вообще на классике считался отопитель тоже гораздо эффективнее, чем на тех же москвичах. 412 и так далее. Это довольно большой радиатор отопителя. Да, вот эти два таких, видите, вот воздуховода. А вот он, считай, он прямо здесь находится. Да, и тоже очень просто. Если брать, например, 10-е семейство Жигулей, да, 2110 и так далее, у них система отопления очень замудренная. Очень замудренная, там все надо вот эту жабо там спереди смотреть, там панель отбирать, что надо добраться. То есть вот я читал отзывы на форумах, там пишут, ну, оторвать в руки тем, кто такую замудренную систему придумал. Нет, на классике все на изи, все на изи. Вот, например, это торпеду скинуть вообще. Элементарно. Это тоже панель приборов, вот она одна комбинация приборки. Да. Она вся снимается, вынул, вставил, и одна фишка да. вынимается, все. И одна фишка подсоединяется. Две фишки. Смотри, как Прокопий офигелся информацией. Прокопич. Он, кстати, пищит нас. Паш, ну-ка, что он, пускай скажет. Тихий. Не хочет. Правильно, ты его трясешь, он что там, говоришь, что тебе будет? Ну, что? Он говорил сегодня. Так потому что ты его не тряс. Не хочет. Естественно. Ладно, оставь, Паш, он смотрит, он... Ну, он у меня ездит обычно, со мной на Volkswagen. Он старше нас, еще и машины вместе взяты. Естественно. Как он еще живой. И в плане вот езды по такому бездорожью, вот эти машины тоже гораздо более приспособлены. Если брать, например, тот же Fiat 124, да, когда они испытывались на Дмитровском перегоне, то, что я читал и смотрел видосики, вот не все знают, кузова оказались очень непрочными. То есть это была такая нежная европейская машина. И по как раз вот испытаниям таким вот, скажем так, говноманевровностям, да, кузов просто расползался, Паш. Вот. И вообще было сделано после Фиата, ну не простите меня, более 800 различных модернизаций и улучшений. Чё? В плане двигателя, например, ты знаешь, что он стал верхним клапаном? Блин. Заткните. У тебя чуть матом не рнулся за тебя. Пошел. Я не тебя. Ага. Вон, давай здесь сейчас встанем. Видишь, местные жители. В общем, ребят, что касается тест-драйва, да, мы вот свое мнение высказали о машине. И еще хочу отдельно ответить коробку передач. Пошел, покажи тоже. То есть по коробке, это всегда тоже считалось плюсом у классики, коробка очень четко включается.
короткие ходы. Вот сейчас здесь вот проедем, вот я даже могу показать. Вот смотрите, первый у нас, да? И вот так кратенько вторая, покажи, пошел. Видите, первая, вторая, третья. То есть ходы очень четкие, очень короткие. Потому что коробка находится прямо здесь. И она сразу рычагом-то ходит туда, в эту коробочку. Ну, нормально. Сейчас мы устроим тест-драйв еще с тормозами. Они мокрые, сейчас плохо. Знаю. Давай просушим. Ага, просушил. Красавец. Спокойно. Ну видишь, все же норм. А ты переживал, брателло. А ты сушишь тормоза, машина всегда глохнет. Ты не знал? Прокопий, скажи. Вот не надо так вот делать. Случайно. Случайно, блин. Слушай, а давай Прокопий за руль посадим. Он с поездки, он устал. Нет, смотри, он будет одной рукой рулить. Ага. А другой рукой будет... Блин, слушай, а тебя он не сможет педаль нажимать. Нет. У меня же ручки-то, ножки-то короткие. Ты видишь, он совсем не отчет. Ну-ка, короткий. Ладно, Прокопий, не будем мы тебя напрягать. Давай, чем мы ее. Блин. А что без подбуксовки-то? А зачем? Давай, два раза резко. А не занесет нас? Давай. А мы не умрем? Нет. О. Ну, под конец идет. Не, нормально. Ну, резко довольно-таки. Зато вперед. Я тебе говорю, она юзом идет. Ладно. Ты сейчас не так резко нажал, как я. Я машину все равно жалею, Паша, мне не хочется. А я что, нет? А ты не жалеешь. То что ты? Ты бездушный. Да? Да. Вот смотрите, ребят, еще плюс классики. Назад показываем. Ну так, включаем, да? Очень хороший обзор, в том числе и назад. Вообще, классика всегда отличалась тоже хорошим обзором. Во все стороны. Видишь, уже только крутить ногу даже. Уже накачался. Хорошим обзором. И если вот даже взять, допустим, 11 у меня была, да, помню тоже. На ней назад обзор был гораздо хуже. Давай. Здесь же обзор. Ну, про перед я же не говорю, да, стоечки узенькие, все маленькие. Да, очень хорошо. В этом плане, конечно, плюс. Ну на этом все, с вами были все наши люди. Подписывайтесь, оцените, ставьте лайки. Этим вы поможете осуществлению новых роликов.